Спасибо. Вы знаете, мне очень нравится ваш ведущий. Скромность его довела до того, что мне он уже совсем не нравится. Мог бы сказать, любимый вами Геннадий Балахнин, Олег Новосельц. Вообще, скромность какая-то. Мы репетировали вообще сегодня ночью или утром совсем с другими людьми. Но играть будет Олег Новосельцев. Почему? А почему бы Олегу Новосельцеву не поиграть мне? Вы знаете, потому что он все-таки... А что такое шумит, а? Надо дальше где-то, а? Немножко убавь. Раз, 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 раз. Нормально слышно, да? Не гудит? Раз. Дело в том, что вот я где-то курку теплую потерял. Вот если кто знает, пожалуйста, дайте мне, то я очень мерзну. Мы сибиряки ведь по погоде одеваемся, а не то, что мы не мерзнем. Песня называется и посвящена всем, я посчитал, 13 женщин достойны послушать эту песню, потому что они сегодня сделали выбор. Песня называется «Предложение». Господи, еще новые подвалили. Да-да-да, вон они там стоят. Это молодежь. Я не знаю, с молодежью всегда бывает трудно, но как только они начинают задумываться, то опять мы с ними вместе. Как только они перестают задумываться, так мы раздельно уже с молодежью. Молодежь, вы будете с нами вместе, а? Особенно вот эта девушка вот так с глазами большими, красивыми, а? Песня посвящается и называется «Предложение». Фестивали иногда и для этого тоже нужны. Странно так познакомились. Здравствуйте, здравствуйте. Вот от сердца ключи. Заходите. И властвуйте, пусть не зная вашего имени, отчества, просто легче вдвоем победить одиночество. Просто нам по пути почему-то мне кажется, пусть дорога пред нами цветами уляжется. Я всю жизнь вас искал в лабиринтах познания. Вы такая одна, вы мое ожидание. Я всю жизнь вас искал в лабиринтах познания. Вы такая одна, вы мое. Всегда, до конца, до забвения. И пускай каждый день будет чудным мгновением. Мы по радуге жизни пройдем, как в заклятии. И от всех непогод нас укроют объятия. Если думать вдвоем, наше завтра получится. Я не дам никогда вам душою соскучиться. В ваших нежных руках поцелуй
поселятся. И любая беда, как мука, перемерится. В ваших нежных руках поцелуи поселятся. И любая беда, как мука, перемерится. И все будет, и все будет. И все будет у нас, как на все захочется. И тогда этот миг никогда не закончится. Я вас буду любить с упоительной нежностью, преклоняясь пред вашей душой и внешностью. Олег Новосельцев. А вообще в жизни все достаточно просто, понимаете? Странно так. Познакомились. Здравствуйте. Здравствуйте. Странно так. Познакомились. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот от сердца ключи. Заходите и властвуйте. Подарите все то, что для счастья положено. Для того и ключи вам от сердца предложены. Подарите все то, что для счастья положено. Для того и ключи нам от сердца предложены. Милая молодежь, подумайте, когда выходите замуж. Спасибо! Дорогие друзья, вами любимый Геннадий Балахнин. Да, да, я. Вот, а сейчас будем танцевать. Вот, Олег сказал, у тебя что-то есть, типа босановы. Вообще это не босановы, это самбо. На самом деле. Пам-парам-барам-ба-пам-бам-пам-пам. Боевое самбо, да. Сейчас. А почему боевое-то? Нет, доброе такое для женщин специально. Вы знаете, я физик, я знаю, где центр тяжести у женщины, и поэтому они любят самбо. Ну давай. Тан-тарам-барам-ба-пай-дам-ба-парам-барам-ба-пай-ра. Не, ну как-то. А, это было у тебя прыгать. Кто так умеет? Давайте. Слова забыл. У меня под окошком снег, у меня над окошком лед. Я как всех. Забыл все. Ба-ба-ба-ба-ба-дам. Та-ба-ра-ба-ба-ба-ба-ба. Все слова забываю я, потому что я из Тюмени. Есть в мире такое место, где женщины все невесты. Жизнь как тесто из моря и красоты. Целует прибоем Сочи и кажется не короче. И как-то так, между прочим, сбываются все мечты. Обдувает меня бриз, обжигает меня снег. Я не знаю, зачем я тут пою, я забыл все на свете. А она тут рядом лежит, абсолютно вся без всего. Хорошо мне с ней, потому что я из Тюмени. Есть в мире такое место,
где женщины всякие нет. И лепится жизнь, как тесто, из моря и красоты. Ласкает прибоем Сочи, и кажется не короче. И как-то так, между прочим, сбываются все мечты. Ой! А музыка хорошая. Вы знаете, что самое интересное, мы привезли в Питер, где-то у нас он лежит, мы его даже обтирали, вот, пюпитра нет, слов нет, и что самое интересное, песню, которую я не выучил, он только ее и знает. Не, ну музыка хорошая. Па-пара-пара-па-па-ра-па-пара-пара-па-па-ра-па-пара-па-ра-па-па-р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 а-па
Ну ладно. Да? Заметьте, не он это предложил. Эту песню я просто так никогда не пою. С 2000... Почему здесь? Я здесь не пою. Здесь у нас нет. Там-то я пою, а здесь я не пою. Гена, пей. Пей песню. Чтоб спеть песню, надо петь ее. Не петый Гена не поет. Гена, а памяти пионерского галстука. Надень галстук, все получится. Да. Вот это смогу. Давай. Тональность спрашиваю. Пацаны, кто знает тональность? Ля минор. Я не думал, что это тональность. Вообще, если бы Олегу вообще струны одной хватает. Песня посвящается женщинам, которые вышли замуж за мужчин. Что-то я не договорил. Да! За этих, за бардов. За мужчин бардов. Нет печальной повести про барда моего. Ни стыда, ни совести, ни денег у него. Печальная очередная балахнинская песня. Поется от лица женщины. Но так как лицо у меня мужское, не обращайте на это внимания. Ой-ой-ой! Танцевать можно. А что им остается? Они же за бардами замужем. Песня посвящается нашему любимому Олегу Митяеву. Никому не говорите, что я ему посвятил. Он может обидеться. Встретились с ним в лесу. Там все поют подряд. Стеклушки на носу. В общем, типичный бар. Замуж меня позвал. А я возьму, да согласись. Ведь здорово кто-то сказал. Как здорово все собрались. Ой-ой-ой. О, Боже, какой пассаж. Ой-ой-ой. Вся наша жизнь мираж. Ой-ой-ой. Ну как же мне трудно с ним. Ой-ой-ой. С бардом моим родным. Жизнь у меня кипит. Дети, работа, дом. Вон целый день творит. И мне поет потом. С песни летят года. Но не возьму я в толк. Ведь можно же, ну хоть иногда, вспомнить супружеский дом. Ой-ой-ой.
такой пассаж. Ой-ой-ой, вся наша жизнь мираж. Ой-ой-ой, ну как же мне трудно с ним. Моим родным снова спешишь на вокзал в стае своих друзей. Как ты меня достал авторской песней своей. Все бы тебе горло драть, якобы мы поем, а я должна куковать. Вечно одна, ё-моё, ой-ой-ой, боже, какой пассаж, ой-ой-ой, вся наша жизнь мираж, ой-ой-ой, ну как же мне трудно с ним. Перестану варить, я перестану стирать, тоже начну творить и на гитаре играть. Как ты тогда запоешь или завоешь как волк? Вот станет, когда не втерпешь, вспомнишь супружеский долг. Ай-яй-яй, о боже, какой пассаж, ой-ой-ой, вся наша жизнь мираж, ой-ой-ой, ну как же мне трудно с ним, ой-ой-ой, с бардом моим родным. Спасибо, спасибо. Концерт наш продолжается. И, честно говоря, очень бы хотелось, чтобы вдруг ни с того ни с сего, немножко вот под вечер вышли эти удивительные музыканты. Я бы вот оставил, допустим, вот Олег бы, вот Васеня, Женя. Хотя, может, он и не играет. Ничего страшного. Вот еще есть люди. Леша. Вот, и мы бы все вместе, зрители и зал, попели все песни, которые мы любим. Неужели это плохо, а? И вот я уверен, вот стоит только мне одну песню начать, и вы сразу все подпоете. И мы этой ночью, я думаю, попоем. На тот большой, на перекресток. Давайте попоем попозже. А сейчас выступают удивительные... Это кто? Это ты. Вот видите, я вот чувствовал, что что-то...